Добро пожаловать в урок «Агитация оружия популярности». В данном видео я вам расскажу, как управлять вниманием людей на YouTube, дам общие принципы, советы из своего личного опыта. Первое, на что стоит обратить ваше внимание, это использование функции аннотации. Аннотация или по-другому всплывающий баннер внутри видео – это такая замечательная функция от YouTube, которая позволяет вам воздействовать на внимание зрителей. То есть вы можете сделать внешнюю ссылку для перехода на ваш сайт. По предыдущим видео, я уверен, вы уже успели заметить, что во многих уроках проекта «Я гитарист» идет такой баннер и текст к нему, что «Получите бесплатные уроки, кликните сюда». При клике происходит переход на страницу подписки. Другой вариант, вы можете оставить комментарий там с просьбой о том, чтобы попросить людей сделать что-то. К примеру, там может быть текст: если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Вот. Этот баннер может появляться в любой указанный временной промежуток и, соответственно, исчезать тоже в любой другой указанный временной промежуток. То есть это очень реально эффективный инструмент для того, чтобы его использовать. Давайте я вам покажу один пример, чтобы вы его увидели на практике, как он выглядит, как его можно использовать. Итак, я нахожусь на странице просмотра видеоролика «Пираты Карибского моря», и обратите внимание, как только начинается видеоролик, сразу же появляется первая аннотация. Это аннотация в виде текста. Скачай бесплатный видеокурс по гитаре, ссылка в описании. Но сюда текст в описании не влез, потому что после последнего обновления YouTube функции аннотации нужно размер этого текста уменьшить. Я еще не успел уменьшить, поэтому просто вот если даже ссылка в убрать, то это первый наш такой этап касания к зрителю. То есть скачай бесплатный видеокурс по гитаре. И человек уже понимает, что он где-то тут находится. Ну, соответственно, на данной странице. Далее, второй этап касания происходит, это когда у нас начинается видеоурок. И вы видите вот этот вот баннер справа. 5 бесплатных уроков по гитаре. Кликай сюда. Мы кликаем сюда и переходим, соответственно, на внешний сайт в один клик. Без каких-то подтверждений, без каких-то уведомлений. Вот так все это выглядит. То есть этот баннер может вести как на форму подписки на e-mail, так и на форму подписки на канал, чтобы человек в один клик мог подписаться на канал, так и просто быть в виде текста. Вариаций очень много. Второй момент – это оверлей. Оверлей – это рекламный баннер внутри видео, который ведет на внешний сайт без его подтверждения. То есть сайт, который мы рекламируем через оверлей, его не нужно подтверждать и производить какие-то дополнительные манипуляции. Оверлей настраивается через AdWords, ваш аккаунт. И, к сожалению, в рамках данного видеоурока я это показать не могу, потому что там очень такая длительная идет настройка, ну, порядка получаса. Нужно это все объяснять и каждый шаг показывать. Но если вам эта тема будет интересна, то есть два варианта. Первый вариант – это вы можете самостоятельно написать, как создать оверлей в YouTube, посмотреть видеоурок, либо дождаться выхода видеокурса YouTube Master, где я помимо оверлея еще даю очень много важных и интересных фишек по продвижению видео в YouTube. Итак, давайте я вам продемонстрирую, как выглядит оверлей, чтобы вы его увидели на практике. Сейчас я нахожусь на странице просмотра одного из видеороликов, который называется «Как научиться петь каналы видеоуроки». Итак, я нажимаю play, видеоролик только начинается, и уже видите, у нас появляется такой баннер, который то выезжает, то обратно заезжает. Вот, соответственно, кликнув сюда, мы переходим на сайт. Сайт у нас открывается. Таким образом, можно привлечь трафик либо на продающий сайт, либо на страницу подписки в один клик. Третий момент – это призыв голосом или жестами. Другой вариант манипуляции над зрителями – это призывать голосом, а лучше и голосом, и жестами. То есть, чтобы вы в видеоролике стояли, скажем, как вот этот мужчина, и просили свою аудиторию произвести какое-то активное действие. То есть, либо оставить лайк, либо написать комментарий, либо поделиться с друзьями. То есть это действительно эффективно работает, особенно когда вы просите об этом после того, как выдали какой-то качественный контент, если это обучающий видеоролик, либо сделали какое-то действительно интересное, красивое видео, если это видео такое развлекательное или общеобразовательное. Последний способ агитации и поддержания высокой активности среди вашей аудитории – это проведение конкурсов. Конкурсы – это отличный метод поддержания активности. Есть два варианта того, как можно проводить конкурсы. Первый вариант – это когда вы даете какое-то четкое задание, и
часть участников, которые его выполняют, получают приз. Либо среди тех участников, кто выполнил это задание, разыгрывается несколько призов. И таким образом, чем больше участников выполняют, тем больше трафик вы получаете, скажем, опубликовать видео на своей странице ВКонтакте и прислать ссылку на страницу ВКонтакте лично вам, то у вас аудитория расширяется, а подарки компенсируют расширение этой аудитории. Это такой более сложный вариант. Более простой вариант перед вашими глазами. Вот недавно есть такой популярный видеоблогер Антон Автоман, произвел такой конкурс у себя на канале. То есть, если его видео наберет 20 тысяч лайков, то он поедет к своему главному конкуренту для того, чтобы устроить с ним гоночный заезд на одном из своих автомобилей. Давайте я вам продемонстрирую этот пример, чтобы вы его увидели. Перед вашими глазами как раз-таки находится то самое видео, в котором Антон объявляет в обычном классическом гаражном комплексе конкурс о том, чтобы, если это видео наберет 20 тысяч лайков, а оно уже набрало 26 тысяч лайков, то он на автомобиле ВАЗ-2107 турбированном поедет во Владикавказ к своему главному конкуренту Жорику для того, чтобы с ним устроить небольшую гонку за меры. И вот у него первый комментарий так и гласит: если это видео наберет больше 20 тысяч лайков, я отвезу этот ТАЗ во Владикавказ. Сами знаете для чего. Вот, и соответственно, видите, какому большому количеству людей этот комментарий понравился, и по факту, какая большая аудитория поддержала данный видеоролик. Вот теперь, соответственно, Антон будет сдерживать свое слово, повезет этот автомобиль на гонку, но он не уточнил, в какие сроки, но рано или поздно это все равно произойдет. И таким образом он, используя этот трюк, оживил аудиторию в YouTube. На этом данный урок подошел к концу. Используйте мои советы на практике.